Телеканал КРТ представляє. Мрію про Київ. 2012-2013 роках п'ятий президент Петро Порошенко просив тодішнього президента Віктора Януковича призначити його мером столиці. Призначити мером столиці. Про це в своєму новому відео розповів колишній соратник Порошенка Давид Жванія. Раніше екс-депутат Жванія на своєму каналі зізнався, що під час Євромайдану входив до організованого злочинного угруповування, яке створив Порошенко та його оточення. Назвав революцію державним переворотом, а також зізнався, що політики тоді використовували людей на Майдані як масовку. Пане Андрію, під тим кутом, чому саме зараз і чому саме Жванія? Ну, Давид Важавич був одним із ключових ігроків української політики в нульові. То всю підноготну і про Порошенка знає. Да, абсолютно, і можу підтвердити, да, он, причому Давид Важавич готов був підставити плечо Петру Олексійовичу в этом проєкті, но не сталося так, як гадалося. Та Петро Олексійович, здається, я хотів з нього зняти громадянство. Ну, это уже потом все случилось, уже после истории с Диамантбанком, когда Давида Важавича кинули как последнего лоха на Вінницькому базарі. Мета, ще раз, яка в нього мета? Для чого це йому? Я думаю, що тут є ще одна, наверняка, ще одна фігура, але все-таки містять те блюдо, яке подають холодним. Яка фігура? Назвіть прізвище. Ну, великий, ужасний Ігор Валерійович Коломойський. От, подозреваю, що вкупі, от, це треба брати в системі з пленками, записями Деркача. Дякую. От. Пане Андрію, ваші 2 хвилини. Я думаю, что, конечно же, фактор мести, он ключевой здесь. Действительно, желание влиять на... Как? Ценою самоуговору себе? Я думаю, там есть определенные сделки, условия сделки. Я не исключаю, что... Смотрите, вот я как адвокат сужу. Если ко мне придет человек, у которого есть проблема, то я, который могу ему гарантировать что-то, это я должен быть властью. Понимаете? Я должен быть частью власти, чтобы гарантировать, что будет сделка со следствием. И когда ты вернешься, условно говоря, он не украинец, скорее всего, то тебя никто не будет садить на пожизненное. То есть тот, кто ему гарантировал это представитель власти. Я рискну предположить. Если это представитель власти, то это значит союзник сейчас власти против не только лично Порошенко, а и против всего спектра, который Порошенко выстраивает сейчас в оппозиции, так называемой. То есть это мэр, а вы помните, в первом видео или во втором Жваня вспоминал и про Кличко, и Жваня очень хитро бьет. Он не только бьет в Порошенко, он и в Климкина. Климкин передавал там что-то кому-то. Он сейчас всю команду затронет, и пускай эта команда оправдывалась. Я единственное, чтобы чего опасаюсь, я очень не хотел бы, чтобы судьба вот этих всех таких высказываний, зазнань, да, была похожа на ситуацию с депутатом беглым, тоже близким другом Порошенко. Не Саакашвили, а с Амелием, господи, забыл фамилию, который... Онищенко, да. Ну, великий любитель коней и кобыл. Да, и точно так же, даже книгу целую написал, я ее даже просматривал, прочитывал, но опять же, вот все осталось. Дякую.